Работа с файлами. Классы файл, файл info. Подобно паре directory info, для работы с файлами предназначена пара классов файл и файл info. С их помощью мы можем создавать, удалять, перемещать файлы, получать их свойства и многое другое. Некоторые полезные методы и свойства класса файл info. Copy to pass копирует файл в новое место по указанному пути pass. Create создает файл. Delete удаляет файл. Move to перемещает файл в новое место. Свойство directory получает родительский каталог в виде объекта directory info. Свойство directory name получает полный путь к родительскому каталогу. Свойство exist указывает, существует ли файл. Свойство length получает размер файла. Свойство extension получает расширение файла. Свойство name получает имя файла. Свойство fullname получает полное имя файла. Класс файл реализует похожую функциональность с помощью статических методов. Copy копирует файл в новое место. Create создает файл. Delete удаляет файл. Move перемещает файл в новое место. Exist файл определяет, существует ли файл. Итак, получение информации о файле. Давайте в нашу самдир создадим текстовый документ. Напишем туда что-нибудь. Походу файл не найден. Так, сам дир. Хт я написал. Хт-а. Повтори. Так, имя файла хта.txt. Время создания 2019 год. Размер 47. Байт. Перемещение файла. Заодно посмотрим, создаст ли он директорию здесь. Единичку. Тут два варианта, получается, можно вот таким образом. Либо через класс файл. Мне удалось найти часть пути. Я так и думал. То есть нам надо создать папочку 1. Теперь повторим. Переместили. Теперь вернем обратно. Попробуем через этот метод. Пуск. Тогда перемещается. Теперь попробуем скопировать файл. Все ставим здесь без изменений. Давайте этот метод попробуем.
этот остался файл, здесь он появился. Удаляем. И пробуем вот этот метод. Остался файл и сюда переместился. Метод copyTo класса файл info принимает два параметра. Путь, по которому файл будет копироваться, и булевое значение, которое указывает, надо ли при копировании перезаписывать файл. Если true, как в случае выше, файл при копировании перезаписывается. Если же в качестве последнего параметра передать значение false, то если такой файл уже существует, приложение выдаст ошибку. Метод copy класса файл принимает три параметра. Путь к исходному файлу, путь, по которому файл будет копироваться, и булевое значение, указывающее, будет ли файл перезаписываться. Ну и теперь давайте удалим файл. И получается, одновременно удалим сразу в двух местах. И здесь, и в папке 1. Давайте проверим. Здесь пропало, здесь тоже пропало. На этом все.